Завтра мне нравится сковородка. Смотрите, какая прекрасная коробочка. Там, смотрите, поняшечка, да, нарисована? Поняшка, да. И вот эта такая девочка будет, вот, наверное, такие. И вот такие будут. Разные картинки, да, игрушки. Планета девчонок. Давай откроем планету девчонок. Или что ты хочешь? Давайте вас откроем. Понечки? Давай откроем понечки. Можешь взять ножницы. Вот так неудобно. Поможешь тебе? У нас уже есть в этой коллекции лошадки. Поняшки-лошадки. И посмотрим, что сейчас нам попадется. А вдруг повторюшки? Может быть и повторюшка. Давай, я помогу тебе немножко. Как плотно закрыли. Видимо, чтобы никто не достал. Ну давай, посмотрим, что там у нас. Ой, у нас лошадка. Упала немного. Это что, прихлапывает? Давай, я подержу. Вот здесь стукачки. Так, стукачки вот такие в этом пакетике. Вот такая будет другая. Ну-ка, давай посмотрим. Другая? Да. Смотрите, ее тоже зовут Каролина. Вы представляете, да. Лошадку зовут Каролина. Ну, это понечка Каролина очень любит, что все вокруг было красиво. Такая понечка, вот Каролина ее открыла. Ой, она бархатная. Ой, смотрите, какая она бархатная. Она так приятно ее гладить. У нее светлые волосы. Корона, хвост. Привет. Так, сейчас посмотрим. Эту поняшечку зовут Каролина. Меня. Да, как и тебя. Ну, пускай они будут лизать. Чтобы не упали. Давай посмотрим, что у нас в другой коробочке. Вот это вот плотненько, не так. Смотрите, у этой лошадки на ножках какие-то браслеты, украшения. Вот, смотрите, смотрите. А тут кто амулет. Там? Вот амулет. Ой, там же амулет. Ну, давай, открывай. Вот, смотрите, тут домик. Тут домик. Домик? Да, домик. Ну-ка, покажи, да, я посмотрю. Смотрите. Ой, смотрите, какой домик. Хрустальный замок. Может быть, ты примеришь? Нет, я видео не буду. Такой вот пакетик. Такой вот. Тут даже есть стразинка. Смотрите, вы можете? Вот так. Ой, а это что у тебя? Не знаю. Давай посмотрим. Так, это у нас жевательный мармелад. В гостях у принцессы. Может быть, откроем, посмотрим, что там за мармелад. Да. Высыпать в тарелочку. Сердечко. Ух ты, смотрите, разные сердечки. Угощайся. Угощайся, Владислав. Ну-ка, давай посчитаем, сколько там у нас их. Один, два, три, четыре, пять. Пять конфеток. А еще Каролина знает английский язык. И она может конфетки посчитать по-английски. 1, 2, 3, 4, 5. 5 конфеток у нас. Это 5. А ты, может быть, примеришь наш амулет? Да. Давай, открывай его. Отсоединяй. Такой красивый, на какой-то золотой цепочке, да? Давай посмотрим. Вкусный мармелад? Да. С каким вкусом он? Вот это с кубинецином. Это наверное свет, а это с яблоком. Вот такой амулет у нас. Мы его отсоединили. Такой волшебный замок принцессы. Это у нас хрустальный замок. Дайте мне посмотреть. Посмотри, хрустальный замок. Вот, там
коллекции. Ну-ка, давай посмотрим. Коллекция. Вот, целую коллекцию нужно собрать. У нас попалось один медальон в этой коллекции. И называется он «Хрустальный замок». Ну что, Каролин, давай откроем. Помогите, пап. Давай, откроем следующую коробочку. А ты знаешь, что в этом замке живет принцесса Изабелла Амалия? Привет, Патрик. Мы можем одеть этот медальон нашему Патрику. Угу. Ты будешь наша принцесса. Будешь наша принцесса Изабелла Амалия. Вот эту принцессу, похоже, зовут Изабелла Амалия. Я не могу одеть. А ты надевай на голову, ну все. Посильнее. Уши, видимо, ему мешают. Он такой пушистый. Ну что, мы будем дальше открывать с тобой? Так, что ты все съела? Смотрите, вот так. Так, а это что? Дай прочитаю. Планета, девчонок. Планета, девчонок. Здесь тоже кукла и цукаты. Какая кукла? Кукла? Ну-ка покажи. Вот это да! Красота! Смотри, она блондинка. А. Давай, открывай пакетик, посмотрим поближе. Так, 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 что же там у нас? Получилось у тебя? Нет. У нас сегодня лошадка Каролина, ее зовут, с браслетами. И у нее теперь появилась подружка, девочка. Такая она, получается, в шортиках, в толстовочке. На ножках у нее кедики. Можете поставить? Поставите. Такая модная девочка у нас. Поставьте. Поставьте мне вот эту. Поставьте лошадку. Поставим сейчас лошадку нашу. И вот эту. И девочку ставь рядом. Это наш. Они будут теперь дружить. Она, правда, плохо стоит. Но ничего, мы сейчас ее облокотим. Пап, а мы посмотрим, как ее зовут? Давай посмотрим. Так, что у нас здесь? Они неразлучные друзья. Куда она, туда и я. Привет. Я тайные секретики доверить ей могу. И в трудную минуту всегда ей помогу. Мы лучшие подруги, мы лучшие друзья. Моя подруга Короли... Как ее зовут? Как эту девочку надо назвать? Моя подруга Каролина и, конечно, я. Это эта девочка так сказала. А там что у тебя попалось? Какие цукатики? Просто сухофрукты, да, сушеные? Да. С разным вкусом. Сегодня у нас попался что? Заёмчик. Хрустальный домик. Привет. Хрустальный домик. Лошадка-понечка по имени Каролина. Потом девочка. Как мы ее назовем? Подумаем еще. Каролина. Тоже Каролина? Угу. У нас будут все Каролины. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Кава. Пока-пока!